День народного единства в Барыше отметили торжественным открытием памятника, посвященного столетию пограничных войск. Монумент был установлен в сквере 40-летия Победы в Великой Отечественной войне по инициативе общественной организации «Союз пограничников» и при активном содействии администрации Барышского района. От лица всех участников данной организации, Союза пограничников, выражаем огромную благодарность всем, кто принимал непосредственное участие в создании данного памятника. Место было выбрано в результате открытого интернет-голосования, проводимого в одном из местных сообществ.